Да. А почему только сейчас? Ведь, как я понимаю, в Корее сасу используют почти 700 лет для снижения уровня сахара крови. Да, корейцы много лет использовали этот бамбук для помощи людям с диабетом и для борьбы с последствиями этого заболевания. Но этот секрет хранился надежнее, чем все золото императорских династий. Но сегодня ДДС наконец-то доступен каждому. Попробуйте это реальное средство, которое не только способствует плавному и естественному снижению уровня сахара в крови до нормы и предотвращению страшных последствий диабета, но и помогает отсрочить или уменьшить прием инсулина и сохранить самое ценное – здоровье. Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Еще раз напомню номер телефона 8 800 100 ровно 6111. 8 800 100 ровно 6111. Будьте здоровы. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Продолжается наше хорошее начало. Ирина Курицына. Доброго утречка вам, воскресного. Вадим Тихомиров рядом со мной и в этом часе. Ну что, встретимся с нашим добрым другом, другом нашей программы, потрясающим композитором Александром Зацепиным и узнаем.